Второй день трехдневных выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан, а также выборов депутатов муниципального уровня проходят в Каспийске в штатном режиме. Все 26 избирательных участков начали свою работу в 8 утра. По прогнозам, сегодня и завтра явка должна превысить вчерашнее число избирателей, так как 18 и 19 сентября приходятся на выходные дни. Со вчерашнего дня выборы проходят достаточно активно. Избиратели проходят на участке, у нас хорошая явка избирателей, и никаких инцидентов не было. Но я считаю, это долг каждого человека, исполнить свой гражданский долг и прийти проголосовать за ту партию и за того члена партии, за кого считают нужным. Отметим, что до конца недели по всей стране должны выбрать депутатов от федерального до муниципального уровня. Выборы в местные парламенты проходят в 39 регионах. Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Завершат свою работу избирательные участки в 20:00. Успейте прийти на избирательный участок и сделать свой выбор вне зависимости от ваших политических убеждений.